субботу, 13 апреля, аэропорт Иваново приостановил свою работу. Комиссия Росавиации не продлила сертификат на аэродром. Причина проста. Рекомендации по организации вылетов, данные еще в ноябре прошлого года, аэропорт не выполнил. Во вторник, 16 апреля, представители аэропроекта приехали с повторной проверкой. В среду стало известно, что аэропорт вернулся в строй. Был ряд замечаний, которые было невозможно устранить в зимний период времени. Соответственно, как только погода наладилась, мы их, эти замечания устранили. Положительный акт заключения от Росавиации. Да, и, соответственно, с сегодняшнего дня мы приступили к полетам. Пассажиров, которые должны были вылететь в эти дни, простой шокировал. Большинству пришлось экстренно менять планы. Кто-то не успел вовремя выйти на работу. У кого-то, наоборот, аннулировали тур на предстоящий отпуск. Ивановцам пришлось брать дорогие билеты и добираться домой через Москву и Санкт-Петербург. Пока аэропорт не работал, здесь отменили 11 рейсов. Всем пассажирам вернули полную стоимость билетов. Сегодня здесь встретили самолет из Санкт-Петербурга. На борту было всего 15 человек. Пассажиры поделились, что вылет им подтвердили только в четверг рано утром. При этом на борту были и те, кто узнал, что аэропорт приостанавливал работу только в Иванове. Да не знаю, все вроде штатно было. А что случилось? В зале проходит регистрацию на рейс в Калининград. Борт почти полный, летит 101 человек. Решение о возобновлении рейсов пассажиры также ждали до последнего. Волнительно, конечно, да, потому что хочется получить положительные эмоции, и когда их лишаешься, очень обидно. И поэтому мы надеялись до последней минуты и были очень счастливы вчера, вот часов в 10 утра, то, что мы все-таки летим. Спасибо огромное. Потом там еще были заказаны тоже и гостиницы, и экскурсии, и было очень жалко с этим расставаться. У нас один маршрут альтернативный — Москва. Хорошо, что не пришлось его реально воплощать, да, в жизнь. Мы ждали до последнего. Девочкам большое спасибо, да, кто удачи. На телефонах работал. Очень вежливо все отвечали, рассказывали. В Калининград собирается ивановская команда по спортивной аэробике. Девушки будут представлять регион на всероссийских соревнованиях. Если бы рейс отменили, для некоторых это была бы трагедия. Другие варианты есть всегда. Вот, но вопрос, насколько они были неудобны и в каком составе мы смогли бы туда уже улететь, скорее всего, в сокращенном. Мы бы, наверное, часть детей бы оставили и улетели бы только те, кто смогли бы поехать вместе с нами. Теперь аэропорт работает в штатном режиме. Полеты осуществляют по четырем направлениям – Санкт-Петербург, Минводы, Сочи и Калининград. Летом планируют запустить рейсы в Махачкалу. Кроме того, здесь приступили к капремонту здания аэровокзала. Частично демонтировали панорамные окна, новые установят в июне. Сделают также косметический ремонт в зоне ожидания вылета. Смонтируют кондиционеры, железные кресла заменят на более комфортные. Марина Зенина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».